Всем привет, ребят! Сегодня у нас добрый видос. У меня лежал руль уже очень давно, и я думал, что с ним сделать. Были мысли продать, но это копейки, были еще разные мысли. В итоге я пришел к выводу, что хочу найти пацана с хреновым рулем или там с хреновыми деталями и подарить его ему. Короче, ну давайте все по порядку. Всем привет, я Тихон. Короче, это Тихон, и за последнее время его прогресс серьезно поднялся. Ну типа я наблюдал, много смотрел, и этот человек делает 2 хила. Хоть и катает мало, 2 хила флет, который я не могу уже 3 месяца застабилить. Как ты это делаешь? Я не знаю, ну типа я попробовал дня полтора, ну... Страхи имеешь какие-нибудь? Нет. Вот это и есть залог успеха. Сейчас мы поедем снимать трюки, а потом я покажу вам рулет, который мы его дадим вместо его очень хренового гнутого руля. Короче, это не фишай, он реально настолько гнут, и вообще весь самокат уже уставший. Если вам нравится идея подарков разным ребятам, то обязательно ставьте лайк. Я думаю, это не последний подгон, потому что самому нравится делать такие вещи. Плюс видосы, я думаю, будут получаться интересные. Так что обязательно комментируй, лайкай и подписывайся на канал. А мы погнали. Какой первый трюк? Бар на борт на хил. Давай. Давай попробуй повторить. Давай вип или хил? Давай двойка. Давай двойка. Это же позиция. Да, это, да, у меня это моя. Нормально. Это у Игоря, у него. У меня тоже. Первый. А теперь ключевой момент видео. Вот этот руль сегодня достается Тихону. Это руль THT-MOLLE. Кто-то скажет, что он, короче, говно, возможно, но он не гнутый и по высоте будет побольше. Я думаю, Тихону будет получше. Да, я рад. На, короче, вбиваем.